Здравствуйте, меня зовут Светлана Денисова, я художница из Латвии, участница проекта Golden Time. Хочу рассказать немножко о себе. Я закончила Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна по образованию дизайнер одежды. Писать картины я хотела всегда, но никогда не могла найти свой стиль, потому что писать просто пейзаж или натюрморт мне было не так интересно, как именно хотелось отразить на картинах свои чувства, эмоции. И в моей жизни стали происходить определенные изменения. Я стала встречаться с людьми, которые оказали влияние на мою жизнь. И после определенных событий в моей жизни я начала писать картины. Кто-то говорит, что они исторические, кто-то считает, что они сюрреалистические. Но я могу сказать, что в них я вижу себя, они обо мне, о моей жизни, о моем внутреннем мире, о любви. О любви к жизни, о любви к творчеству, о силе воли, о том, что никогда не нужно сдаваться, а нужно идти всегда вперед, и обязательно все получится. И если на небе дождь, то после него всегда будет радуга. Если твое сердце разбито, то обязательно оно сложится, как пазл, по маленьким кусочкам. Никогда не нужно останавливаться на достигнутом. Все будет самым наилучшим образом. Я в это верю. Верю в себя, верю в свои силы и верю, что все получится так, как я это хочу.